16 декабря в Ледовом дворце Чебоксары-Арена прошел матч 19-го тура первенства ВХЛ между идущим на третьем месте хоккейным клубом Чебоксары и аутсайдером лиги командой «Южный Урал Металлург» из Орска. Чебоксарцы действовали легко и раскованно, повсюду успевали и первыми оказывались у шайбы. Окончательный счет матча 7-1 в пользу хоккейного клуба «Чебоксары». Сегодня 18:30 в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» в рамках второго круга чемпионата ВХЛ состоится повторная встреча команд.